Сколько я пронаслышал на эту игру, блядь. Но покупать, грубо говоря, не было совсем никакого желания. А тут, блядь, 20-минутная прямо версия. Сейчас заценим. А, ну и смысл в том, что все игры, которые в игре, бля, делают сами это, как у игроки. Здесь такая тема, я так понял. Хотите, чтобы посетить ваш сайт, блядь, да, хорошо, нет, спасибо, блядь, не надо. Давай, ладно, хорошо, пускай посещают мой профиль, блядь. Блядь. Сука, он определяет второй экран. Ебать. Ну и где X? О! Нажал вроде. Блять, не нажал. Сука, ты не поверишь, но... Вот это на клавиатуре сейчас второй игрок играет. Да-да-да. О, X, блять. Вначале была пустота, бездвижная, беззвучная, полнейшая ничто. И тут возникла искра, идея. Идея могла быть чем угодно, могла быть... Этой силой может овладеть кто угодно, у кого есть чертенок. Чертята — ключ к владению миром грез. Мир грез бурлит от их энергии. Выберите своего чертенка. Блять, блять, надо выбрать. Я за 20 минут не успею, блять. Какой из них ваш? О, давай зеленый чертенок. Да, этот вам подойдет. А этот, короче, зеленый и синий чертенок, да? Что может ваш чертенок? Зажмите кнопку Options, и чертенок переместится в центр экрана. Да,
Отлично. Чертенок реагирует на все движения вашего контроллера. Дело в том, что он привязан к датчику движения контроллера. Достаточно слегка пошевелить контроллер, и чертенок отзовется на ваши действия. Попробуйте подвигать чертенка. Заебись, я уже, блядь, обдвигался. Представьте, что световая панель контроллера — это луч, направляющий чертенка. Видите небольшое скопление? Коснитесь его, наведя на него рог чертенка. Вот так. Теперь возьмите эти скопления вверху и внизу. Прочувствуйте управление. Да, великолепно. Подтолкнув чертенка к краю экрана, вы можете откалибровать его. Если чертенок не слушается, зажмите кнопку Options, чтобы вернуть его в центр. Настало время поиграть с миром грез. Попробуйте поймать все танцующие формы, выпустить цвета и звуки. На поезд, это будет охуенная причина, блядь. Потому что чертёнок... Хорошо. У вас получается. Блядь, я 1000 игр, блядь, прошел, блядь. Конечно, получается, блядь. Что должно не получиться? Где 4500, которые вы хотите за это? Ух ты! Целая симфония. Вы только посмотрите, как ваш чертенок влияет на все, к чему прикасается. Как он парит по просторам вашего воображения. Невероятно! Потрясающе! Это настоящий серфинг! Вы... О, нет. Вы встретили стену сомнений. Ничего. Поначалу все сомневаются в своих силах. Видите этот выбитый кирпич? Схватите его кончиком рога чертенка. Вот так. Сломайте эту стену. Взгляните на этот кирпич. Что он о себе думает? Избавьтесь от него. Ну, у вас 10 минут заинтересовать меня в покупке, но пока никак, блядь. Я не понимаю, что должно произойти. Ваша идея ускользает. Поймайте ее. Она должна быть где-то здесь. Снова препятствие. Отбросьте его. Вот она. Вперед, мечтатель. Темно. Единственный источник энергии — это вы. Что же вы сделаете? Ага, да будет свет. Хорошее начало. Вот бы нам исследовать это место. Смотрите-ка, неплохо получается. Ебать, это что за чертенка?
Должен быть какой-то способ туда подняться. Интересно, Сан Саныч, блядь.